сегодня отличное утро. Так, кровать заправили. О, мороженка. Сейчас я ее съем. Ням-ням-ням-ням-ням. Все. Теперь можно ее отнести на кухню. Так. Я отнесла тарелку. И мне надо ждать подружек. Они сегодня обещали ко мне прийти. Ой, это они, наверное, пришли. Ну где же она? Почему так долго? Ага. Заходите, не стесняйтесь. Дверь открыта. Наконец-то вы пришли. Да. А чего вы так долго? Ну, мы с Чилли ходили в библиотеку и взяли мне пару книг. Покажите. Сейчас зайду за своей книжкой. Она у меня в коридоре осталась. Вот она. Вот такая красивая. Она про что? Ну, тут какие-то приключения. И говорят, что тут еще есть заклинания какие-то. Я вот хочу их получить. Интересно. Да, очень интересно. Так, давайте вместе с вами мы посмотрим ее. Давай. Давай. Очень какая интересная книга. Ага. Ой, смотри, Лира, тут какое-то заклинание. О, давай мы его прочитаем. Вместе. Да. Грибли, грабли, бумс, приди, дух зимы к нам. Что вы наделали? Зачем вы его прочитали? Ой! Ты кто? Я дух зимы. Ну зачем так орать? Потому что вы навели себя, на себя страшную беду. Какую? Сейчас будет у вас вечная зима, потому что вы меня очень рано разбудили. Ну вот, Лира, зачем мы его прочитали? Это из-за меня? Нет, это мы вместе решили. Не ты, не ты. Так, хватит ссориться. Мы должны спасти свою страну. Ну как? Все написано в этой книге. Но в этой книге ничего не было. Мы только заклинания нашли и какие-то истории. Вот, вот эти истории, они вам помогут. Как? Да, как? Когда вы сами прочитаете, вот сами и поймете. До свидания. Где она? Она исчезла. Ну и что мы теперь будем делать? Не знаю. Ой, смотрите, снег там пошел. Где? Ой, что мы натворили? Мне темно, сыро и холодно. Что мы наделали? Это из-за тебя, Лира. Из-за меня? Может, из-за нас?
Из-за тебя ты придумала все это. Да, это дурацкая книга. Чего ли сразу дурацкая? Нормальная. Нет. Ай, зачем ты так? Ну что мы теперь будем делать? Не знаю. На улице что-то похолодало. Видели, какой там снежище повалил? Да, видели. Интересно, почему он так повалил? Сейчас же лето. Да, очень интересно. Ой, а это что это у вас за книжка такая? Вот так я ее в библиотеке взяла. Понятно. Ой, я аж закашляла. Ладно, я пойду попью горячий чай и вам тоже советую. Пойдемте. Нет, ну потом, наверное. Да, потом. Ну ладно, хорошо. Интересно, что ты на закашляла? Ага. Ну, наверное, начнем собираться тогда. Надо же спасать. Да, спасать нашу страну. А куда мы ходим? Давайте сегодня ночью. Хорошо. Я приду своей магии, открою дверь, и мы пойдем. Ну подожди, сейчас твою маму позову. Что случилось? Знаете, мы тут кое-что натворили. Что? То, что мы нечаянно вызвали зиму. Нечаянно? Нельзя же так. Да, мы знаем, но решили попробовать. Вдруг это неправда была. Ну вот что с вами делать? Не знаю, нам теперь твоем придется спасать. Да уж. Ну ладно. Уходите немедленно. Хотя бы ночью выйдите, чтоб приготовиться и тепло одеться. Да, хорошо. И эту книгу вам обязательно надо с собой взять. Поняли? Ну да. Да. Ну и ладно. Я пошла. Ну, забираем все самые важные вещи и идем. Да. Ну, маму наших родителей надо предупредить. Да, а то вдруг мы не вернемся. Не говори ерунды. Угу. Ну ладно, мы, наверное, пошли. Да, пошли одеваться и собираться. Хорошо, и я тогда начну. Когда мы ходим? На рассвете. Так лучше всего, а не ночью. Угу. Пойдем, ты нас проводишь, и будем собираться. Да. Пойдемте. Может, пойдешь? А книга у кого будет? Ну да, когда по домам. Да, по домам. Я иду в другую сторону, а ты в ту сторону. Угу. Ой, Лина забыла свою книжку. А, ну и ладно, она у меня останется. А теперь мне надо собирать самые важные вещи. Ну, наверное, только книга и все. Это все-таки не самое важное. Так, ну и денек сегодня. О, мои подушки уже ушли. Да, ушли. Понятно.
Ну, что мы с собой будешь брать? Не знаю, наверное. Я подумала, что только книгу. И все. Потому что это самое важное, я думаю, в путешествии. Да, ты права. Это самое важное. А всякие игрушки, фитикрушки, это не надо. Да. Вот. Если что, я присмотрю за твоей комнатой. И вот. Хорошо. Ладно. Когда вы собираетесь-то? На рассвете, сказали мы. Хорошо. Да. Так что лучше сейчас поешь и ложись спать пораньше. Чтоб ты была в новых силах. Хорошо. Идем на кухню. Так, Нечке надо быстро идти спать. Книгу положим вот сюда. Так. Сюда. На стол. Вот так вот. И идти под одеяло. Завтра нас ждет очень ответственный день. И не только. Может, мы будем искать неделями, месяцами. Никто об этом не знает. Но здесь мы спасем нашу страну и нас всех. И все наши миры.